Я на OLX видела объявление о том, что человек ищет квартиру, чтобы снять во Львове. Я позвонила, предложила ему снять квартиру за предоплату. Предоплату он, ну, согласился человек и скинул. Я сняла деньги с карты, ну, обналичила их, потратила на собственные нужды. Ви розуміли, що дані дії ви вчиняли під час військового стану на території України? Да. Ви розуміли, що особи, які наймали житло, питалися втекти від агресії Російської Федерації у безпечні місця? Да. Грошові кошти перераховувалися на ваші банківські картки? Да. Яка сума? 17 тисяч гривень. І я осознаю свій поступок і готова возмістити ущерб чоловіку. Прошу прощення, більше такого не повториться. Я являюсь гражданином України, проживаючим в городе Харкові. Некоторое время назад я решил вывести свою семью во Львов в связи с российской агрессией на территории Украины. И разместил на OLX объявление, что семья ищет квартиру во Львове. Через некоторое время со мной связалась женщина, она скинула вариант квартиры, скинула свои данные. Я в свою очередь в это все поверил, скинул ей задаток. После того, как мы приехали по указанному адресу, квартиры там не оказалось. Я вообще не понимаю, как можно обманывать людей, которые находятся в такой ситуации, заниматься мошенничеством вообще. На следующий день я обратился в киберполицию, и благодаря им они в течение там нескольких дней нашли людей, которые занимаются таким мошенничеством. Поэтому я выражаю большую благодарность за их работу и за оперативность.